OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Як говориться, почувствуйте разницю. До большого количества снега заблокированы десятки дорог в Одесской, Киевской, Херсонской и Николаевской области. И это уже сказалось на логистических возможностях ВСУ. Западная бронетехника при этом рассчитана на работу куда менее суровых погодных условиях, а значит, американские, немецкие, английские танки, которые почти на 20 тонн тяжелее наших, застревают и превращаются в легкую неподвижную цель. На этих кадрах украинские солдаты, застигнутые врасплох генералом Морозом. Машину заметает снегом, а зимнего обмундирования, судя по кадрам, нет. ВСУшники жалуются, что в окопах нет ни нормальных печек, ни утеплителей. Новый министр обороны Умеров вместо бушлатов рассылает подразделение методички руководство военными действиями в условиях низких температур. Британская «Таймс» тоже отдает предпочтение армии России в свете уже начавшейся зимней кампании, сообщая, что зима – это оружие Путина. Этой зимой на Украине и без того было достаточно тяжело воевать, а вчера на нее обрушилась снежная буря, сильнейшая за несколько лет. Украинские солдаты пытались заснять условия, в которых им приходится действовать. Как своим людям там объяснить, почему мы вкладываем деньги не в то, чтобы ваши дети учились, не в то, чтобы, извините, каждый седьмой американец читать не умеет. Не в то, чтобы ваши дети научились читать и писать просто. И имели какое-то будущее, кроме того, чтобы умереть от наркотиков на улицах американских городов. Вот как раз они эту тему и вкидывают. И с этой темой, как бы у них постоянно эта тема будет присутствовать. И на этой теме они будут эксплуатировать людей и готовиться к новой войне. А новая война в любом случае будет против нас. Потому что у нас здесь ресурсы, которые им нужны для выживания. И у нас здесь неправильные люди, которые думают не так, как они. Вот так вот, собственно, должно выглядеть. Вот раньше наши исследователи покупали какие-то приборы за границей, а теперь вынуждены. Да, это важно. Почему? Потому что появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить. Тогда, когда можно было все купить за границей, то не было внутреннего рынка. Но здесь важна одна вещь. Она очень простая, примитивная, но, в общем и целом, работающая пока. Конкуренция. Нужно, чтобы на внутреннем рынке тогда была конкуренция соответствующих продуктов. Я понимаю, что есть какие-то уникальные вещи, которые, может быть, и производятся в единичных экземплярах. Но тем не менее, когда мы говорим о каком-то массовом производстве, должна быть конкуренция, чтобы обеспечить качество. Но, впрочем, даже на такой вызов уже готовы ответить наши производители. С уходом зарубежных компаний отечественный рынок начал развиваться быстрее и качественнее. И может предложить гаджеты на любой запрос. Последние новинки представили в Москве на выставке «Электроника России». О последнем слове техники расскажет Леонид Клименчук. Непотопляемый флагманский российский планшет приковывает взгляды на выставке «Электроника России», потому что ему не страшна не только вода, но и падение. Сделана в России фраза, ставшая гарантом прочности. Так, во всяком случае, говорят про отечественные планшеты и смартфоны на выставке. Его можно ударять, бить, ронять и даже стоять. Неубиваемые российские гаджеты на операционной системе «Аврора» разработаны для госслужащих и их связи внутри компании. Эти телефоны созданы в Санкт-Петербурге. В них защищена операционная система. Еще есть специальная функция – имитация андроида для приложений. Это гордость нашей разработки. На данном устройстве мы можем запустить госуслуги, банковские приложения, ВКС-системы. Это позволяет нашим заказчикам полноценно использовать мобильное рабочее место. Свои разработки на выставке представляют производители со всей страны. Ассортимент привезли широкий. Помимо навороченных девайсов, презентуют отечественные флешки, процессоры, материнские платы. С уходом западных конкурентов за полтора года производство микроэлектроники в России выросло в разы. И теперь не уступает западным аналогам. Это тоже нужно понимать. 30 ноября в 8 часов утра
по приказу, ну, фактически, будем так говорить, по приказу Сталина, Красная Армия перешла границу Финляндии и, ну, собственно говоря, началась эта война. Через две недели Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Ну и то, что происходило... Почему я считаю, что вот важно на сегодняшний момент говорить об этом событии, вот об этой исторической рифме? Потому что это действительно рифма. Очень многое рифмуется с сегодняшней войной России против Украины. Точно так же уничтожались вот сразу же после начала войны, тут же, фактически в тот же день, как только война началась, вот 8 ноября 1939 года, советская авиация начала бомбить и обстреливать из пулеметов Хельсинки. При этом в основном они пытались бомбить правительственные кварталы, но пострадали в основном жилые рабочие кварталы. Потрясающе рифмуется и вранье, то советское и нынешнее российское. Потому что когда европейские дипломаты стали протестовать против вот просто уничтожения мирных граждан в Финляндии, в Хельсинки, то Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения. Поэтому советские бомбы в Финляндии стали называть молотовскими хлебными корзинами. Ну, естественно, так же, как и в нынешней ситуации, никакого официального объявления войны не было. Значит, было точно еще одна рифма, потрясающая тоже. Ну, вообще вот с точностью до запятой многое воспроизводится, потому что на следующий день, 1 декабря 1939 года, в «Правде» было напечатано сообщение, в котором говорилось, что в Финляндии образовано так называемое народное правительство, во главе которого стал товарищ Куусинен. Ну, практически вот полная рифма с народными республиками ДНР, ЛНР. Ну, вот, собственно говоря, все, что происходило, я не буду называть цифры соотношения сил. Понятно, что Советский Союз был многократно превосходил Финляндию не только по экономическому, демографическому потенциалу, по военному потенциалу, по количеству войск, по количеству танков, самолетов. Ну, там просто несопоставимое совершенно было соотношение. Вот, цифры не буду называть, они действительно огромный перевес был. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.